Наталья Александровна, как в целом барнаульские школьники сдали в этом году выпускные экзамены? И если говорить об общих результатах, то они лучше, чем в прошлом году, или хуже? Говорить о результативности сегодня, наверное, еще рано. Но основные результаты мы получим уже где-то в начале августа, когда получим статистику из регионального центра обработки информации. Вместе с тем, уже сегодня мы можем сказать о том, что 29 выпускников у нас, а это больше, чем в прошлом году, показали 100-бальные результаты. Впервые в истории Алтайского края города Барнаула в этом году выпускница из школы 53 Мельникова Лилея получила 300-бальный результат. Это 100 баллов по таким предметам, как русский язык, физика и профильная математика. Кроме этого, уже сегодня мы можем также с радостью констатировать тот факт, что у нас 451 выпускник получил аттестат с отличием и, соответственно, медаль за особые успехи в учении. В этом году медали делились на две степени. Это медаль за особые успехи в учении первой степени, так называемая золотая медаль, и медаль за особые успехи второй степени, так называемая серебряная медаль. То есть, в принципе, сегодня результаты некоторые мы уже можем констатировать. Основные результаты все-таки, и сравнить их можно будет с предыдущим годом только в начале августа. Какие дисциплины в этом году выбирали школьники, выпускники 9-х и выпускники 11-х классов? В этом году среди выпускников 11-х классов все-таки большинство сдавали такие предметы, как обществознание, информатику и историю. То есть отдавали данным предметам свое преимущество. Что касается выпускников 9-х классов, то большинство из них выбрали обществознание также, также информатику и географию. То есть вот такие предметы у нас были преобладали в этом году среди выпускников 9-11 классов. А какие-то редкие экзамены, может быть, выбирали, но это там парочка человек, нет? Французский язык был у нас в этом году. Вот, то есть дети выбирали, ну, очень мало, то есть там порядка 2 человек. Поэтому... А китайский язык еще не сдают на ЕГЭ? Нет. Ежегодно говорим о вероятных нарушениях. В этом году были ли зафиксированы какого-либо рода нарушения? Если были, то какие-то нарушения? И как будут наказаны нарушители? К сожалению, не обходится без нарушений у нас ни один год, и не стал исключением этот учебный год. Да, были зафиксированы несколько нарушений. Одно нарушение среди выпускников 11 классов и 5 нарушений в 9 классе. Нарушение какого порядка? Это, естественно, пронос в пункт проведения экзаменов телефона либо шпаргалок. Что касается каких-то наказаний, так скажем, да, то выпускники были наказаны тем, что они удалены, к сожалению, с экзаменов, аннулированы их результаты, должностные лица привлечены к административной ответственности, и решением Государственной экзаменационной комиссии данные выпускники будут допущены к сдаче экзамена только лишь в сентябре. Соответственно, вместе со своими одноклассниками аттестатов они не получили. Все говорят о пересдаче по новым правилам. Что это за пересдача и каковы эти самые новые правила? Поделитесь. По инициативе президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина действительно в расписание единого государственного экзамена, в порядок проведения единого государственного экзамена были внесены изменения и введены так называемые дополнительные дни 4 и 5 июля для пересдачи экзаменов, одного из экзаменов. К этой пересдаче допускаются только выпускники текущего года, могут пересдать только один экзамен с целью улучшения своего результата для того, чтобы можно было поступить в ВУЗ. Ну и заключительный вопрос. Уже, наверное, лет 10, как в России поговаривают о том, что ЕГЭ надо отменить. И уже в этом году, в октябре, депутаты Госдумы рассмотрят проект об отмене ЕГЭ. Вот я хотела узнать ваше мнение на этот счет. Как вы вообще относитесь к этому предложению? Чисто мое мнение. То, что касается ЕГЭ. ЕГЭ у нас уже выстроена система проведения ЕГЭ, выстроена подготовка к ЕГЭ. С 2002 года мы проводим... Больше 20 лет. Да, более 20 лет мы проводим государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ. И есть ряд преимуществ. Ну, во-первых, наши выпускники сдают один раз выпускной экзамен. И с этим экзаменом, с результатами этого экзамена могут поступить в любой вуз, на любое направление, в любой вуз страны, на любой
любое направление. Что касается, наверное, вот то, против чего выступают, да, это что это тестовые части, да, в основном. Нет, каждый год пересматриваются задания, и все больше и больше склоняются к тому, что нужны практические именно задания. И физика, и химия у нас, и информатика имеют практическую часть, и английский язык у нас имеет и письменную, и устную часть. То есть, в принципе, как бы единый государственный экзамен, он как теорию, значит, у нас имеет, да, то есть дети сдают как теорию, так и практику. Поэтому я считаю, лично мое мнение, что единый государственный экзамен – это только плюс. Спасибо.